Всем привет! Открывая самую лучшую концертную площадку Сочи SkyClub & Concert Hall, лучший зеркальный лабиринт России SkyMaze, самый эффектный аттракцион Лазаревского парка Олимпийской столицы Sky Vortex, мы четко увидели, что в большинстве случаев вместо аттракционов, ночных клубов, кафе, ресторанов, которые могут приносить серьезные деньги, по побережью Черного моря раскиданы сотни чемоданов без ручек, работа на которых по-прежнему строится в стиле 90-х годов. С таким же подходом к рекламе, персоналу, уровню предоставляемых услуг в целом. В общем, бизнес ведется по принципу «народ схавает». Но народу же не ест, что попало, и таких, кто ест, становится все меньше и меньше с каждым днем. Люди, занятые в индустрии развлечений, должны понимать, что посещение объекта, работающего в индустрии, начинается задолго до того, как посетитель переступит порог заведения. Прежде всего, мы продаем эмоцию, формировать которую мы должны с момента, когда человек сталкивается с наружной рекламой, флаерами, вывеской. И все это должно быть сделано с правильными цветами, слоганами и световым оформлением. Если вы в силах использовать аудио и видео рекламу, ее смысловая нагрузка должна быть в контексте того, с чем сталкивается потенциальный посетитель в своей жизни, иначе она просто его не достанет. И не забывайте, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. Обращайте внимание на то, что говорят ваши сотрудники. И говорить они должны не то, что думают лично в этот самый момент, а заранее заготовленные скрипты. Обращайте внимание, в чем они приходят на работу, как выглядят, в каком настроении. Прикольные стильные полы с вашим логотипом, которые не могут быть одеты, отразятся на сплоченности, качестве работы и вместе с правильно отлаженной системой работы позволят сделать ваше заведение или аттракцион интереснее для посещения. Вообще, у каждого работника должна быть четкая инструкция. Пришел во столько-то, до 12 сделал то-то, в 3 проверил, в течение дня сделал это. И четкий личный план, от которого зависит оплата. В Соединенных Штатах инструкция есть поголовно у каждого работника, а не размытые обязанности, как это в большинстве случаев делается у нас. Индустрия развлечений – это слишком серьезно, и детали в этом бизнесе очень существенны. Наша компания имеет опыт разработки концепции, проектирования и ввода в коммерческую эксплуатацию развлекательных объектов. Мы активно сотрудничаем с нашими коллегами за рубежом и выделяем лучшие для объектов, на которыми работаем. Если у вас собственность, есть свободные места или развлекательные объекты, работы и финансовые показатели которых вы хотите увеличить, обращайтесь в нашу компанию, и мы сделаем ваш бизнес успешным. www.skyproduction.ru 398-1443 +7 499 в начале.